Октябрь, Кливленд, штат Огайо. Мне не идет этот галстук. Все будет прекрасно, Филипп, прекрасно. У меня идея. Вместо того, чтобы изображать из себя политика, не лучше ли будет просто выключить свет, когда я поднимусь на трибуну и кричать всем хором: «Мистер Смит едет в Вашингтон». Наши дела пошли в гору. Ты сам убедился во время последней поездки. Тебя стали правильно понимать. Это самое главное. Вилл. Я понимаю, сейчас не самый подходящий момент, но ты не мог бы уделить мне пару минут. Ты прав, момент сейчас не тот. Скоро наш выход, Филипп. Это Пит Сент-Джон. Я читал о вас. Да, здравствуйте. Поговорим потом. Я передал тебе информацию. Тебе жалко для меня 2 минут? А что я дал тебе? Что ты с этим сделал? Я продался, Вилл, я продался. Ему кажется, если он не работает на таких, как Кейт, он чуть ли не святой, только нимба над головой не хватает. Но он не лучше меня. Это он подобрал вам костюм, да? Сделал прическу, договорился о связях. А ваши речи, они тоже изменились? Вы, наверное, стали выражаться мягче с тех пор, как он оказался рядом. Ничего, у него такая работа — вывести вас в люди. А когда вас выберут, можно будет заняться чем угодно. Вам знакомы эти слова? Я не хочу оскорблять ваши чувства, но вам не на что надеяться. Ты большой нахал, если притащился сюда сейчас. Пусть говорит Вильфред. У вас светлая голова, вы преподаете в колледже, это уже необычно. Вас, к тому же, незачем учить говорить. Вы совсем не похожи на наших бестолковых клиентов, хотя мы не говорим им об этом. Послушайте, вместо того, чтобы преподавать историю в колледже, попробуйте сами делать ее сегодня. Вам нечего терять. Что мешает вам сказать то, о чем вы думаете? Может, даже поделиться чувствами? Не то, о чем вы слышали от избирателей. Или от Вилфреда, или от меня. Ты считаешь, что я не умею работать с клиентами? Вилфред, речь сейчас не о тебе. Ты самый лучший среди нас. Но не все ли равно, кто руководит шоу? Цирк остается цирком. Сент-Джон, чего ты добиваешься? Хочешь вернуться в старые времена, когда обходились без таких, как мы? Тебе это нужно? Чтобы выборами занималась пресса? Чтобы Лос-Анджелес Таймс помогла появиться новому Ричарду Никсону? Хочешь уйти? Уходи, давай. Тебе наплевать на себя, а мне нет. Идем, Фил. Мы сойдем со сцены. Но вы останетесь. И все эти люди, которые там собрались, тоже никуда не денутся. Вы можете посмотреть им в глаза и сказать, что у вас на душе. Я не прошу вас выставлять себя идиотом. Но один лишь намек на человеческие чувства заставит людей выйти из домов и броситься толпами в избирательные участки, чтобы отдать за вас голос. Вы ведь читаете газеты и должны знать, что Боливия превышает Соединенные Штаты по числу голосующих в процентном отношении. Не знаю, может, там больше ощущается связь с жизнью. Может, у нас нужно быть более энергичным, более внимательным, чтобы просто следить за ходом кампании. Может быть, поэтому у нас предпочитают специально подготовленных кандидатов, упакованных, как рекламный обед. Я нажил целое состояние, уповая на это. Скажите, что я не прав.